У этой профессии нет выходных, отпусков и больничных. Но это самая важная работа для женщины. Это ее истинное предназначение и цель в жизни. Все это о материнстве. Изо дня в день мамы делают счастливой жизнь своих чад. Но есть в году один праздник, в который все внимание и забота направлены исключительно на них. Накануне Дня матери в кинотеатре «Искра» состоялся праздничный концерт, где мамы Ленинского района услышали много поздравлений и теплых слов. Ежегодно во всем мире празднуется День матери. В России этот праздник введен с 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Он был призван закрепить семейные устои, обратить внимание на бережное отношение к женщине и особо отметить значение главного человека в нашей жизни – матери. Матерью быть очень трудно, но в то же время я не представляю, как это не быть матерью. Потому что не состоялось главное назначение женщины. В честь Дня матери в кинотеатре «Искра» районная администрация организовала большой праздничный концерт. Было спето много песен, от которых у сидящих в зале мам появлялись слезы радости. На сцене выступали начинающие артисты, опытные певцы и знаменитые юмористы, которые знают, как развеселить любую публику. Хотела бы пожелать в первую очередь здоровья, благополучия, мирного неба над головой, всего самого-самого наилучшего. Сейчас при современных условиях жизни растить детей стало намного проще, чем нашим бабушкам и прабабушкам. В тяжелые военные времена они изо всех сил пытались сохранить жизнь своему ребенку. На праздничном концерте присутствовало много женщин-ветеранов. С особым почетом и уважением я отношу к этой категории женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Это те женщины, которые сегодня задают тон нам, молодым, как надо выживать в сложнейших условиях жизни. На территории Ленинского района проживает 19 тысяч семей, из них около 500 многодетных. Администрация района большое внимание уделяет благополучию подрастающего поколения. Строятся школы и дошкольные учреждения. На базе Видновского роддома открыли перинатальный центр. Действует муниципальная программа поддержки материнства. Все это способствует росту рождаемости. Например, недавно в поселке Володарского у родителей родился 10-й ребенок. Важно, конечно, чтобы каждая девушка встретила своего любимого человека, и семья получилась хорошей. Чем больше у нас будет хороших мам, чем больше у нас будет благополучных семей, тем будут счастливее наши дети. Мама – первое слово ребенка. Мама – первые в жизни шаги. Мама – самое в мире святое. Маму свою береги. В жизни человека могут случаться разные ситуации, но лишь мама всегда выслушает, поймет и не оставит в беде. Юлия Погосян и Адами Наталья Буслаева. Видное ТВ.